Ул хора мәхәчгала. Һәм вахнан хайр әлеше радио екпе курай хөрмәтле ватанаһлиер. Учо Дагыстан гетеркен радиои мәхәчгала шәһри важны хуп тамам йир хуп. Дербент важны йоқ тамам урчоп. Хаса йорт важ тамам сап FM диан ич программа ректи таниш апора. Микрофон ди кайр. Редактор Селимат Гөлмәхәмәдова, пультнак Зухра Мусаева. Табасаранчалны инди буй ахиримҗи хабарык кебекай. Нак Мәхәчгала шәһри Дагыстан Республикасын халык дин собраниен ургупиди хаппан сумчунна хуппи сессия куле гопшну. Душа Сергей Меликов де иштирак валгапну. Сессия мировой судир ва Дагыстан Республикасын инсан дин ихтиярар урхпан лахнаризлик рувакил тәйин аппан меселе изгелигну. Дидлан рагайри депутатари. Кадазны канышы хуппи исан дин республикасын государствен ше шу. Приватизация аппан натижирин хакнаан отчет тастек гапну. Государствен ше шу приватизация аппан программай Вадауста Республикан государствен ватандаш валин гуллугнан хакнаан канунди дигиш валард апну. Сабжерге канундин проектарис кропи урхпа галигну. Дурарин арай туризмыдин бици вак алан предприниматель валин бицирин ихтиярар урхпан пулсузди юридически кюмек тубан ваджарадар а. Парламентарии вари сунчун на саб месила изгалигну. Таустан луири дин ва терроризм кат иди джара апора. Терактар тешкила порайдар фицтар лозунгарик джин гахиша халк вари дин гаври агапну Сергей Меликовди. Хадинак наан Гафар Республикан главай парламентин сессии мялум гапну. Толк айнапну фитики заседания канашубупи июндин яга террористар аларқпақты ғейіқтарин хөрматназ Дагыстанды мәлум дапнайы яс зигбан яғари ғабхора. Садиер медиз улих хаджалатнан ва хөрмат өпқпан яған учу ағзур кастин іштирак валинди амыстин вақтнан гитар конференция ғопқунча думы яған уху жүйбе жүр вақтари их ватан ғопқтар көйін ғабунча ватан дин ахо дәрдин афган дин хадис сирин акси операциян вамсаатти голлу гапхурай гитар украинай хамсаатти чпинг улар хазыркнай фашистариси аклин бехемдару террористари чибра улупускана дурарин кастфуж хадмуч рукастар аппинди фу бехем шулаш гаврихус шулдар чан фикрар мәлум гапну региондин главаи Сергей Меликов де мәлум гапну чпин лахин аго органари нинко айе ячейкер фичи дүзмиш шулаш нанан дурар пулекти тәмин апораш нанан дурарин харакатарис кюмек тураш ахтармиш апиди Республика инглавая қаны шығупи июндин яға инсан валқтыру вәхшир аларху вақна мәхачғалай ва дербенті әйектарин хөрматназ сәб минутин дақиқай кебеқну ғозуалин теклиф дивну. Парламентарин улих удучну улхори Сергей Меликовди Дагыстанды қатедигиш валар апус чалашмиш шулайдарис жавап тувну. Есть, когда на нас огульно вешают ярлык того, что мы становимся радикальной исламской республики. Я с этим не согласен и не соглашусь никогда. Об этом говорят те, кто прежде всего не понимает суть радикального ислама. Об этом говорят те, кто вообще иногда не может слово «радикальное» расшифровать или перевести. Об этом говорят те, кто к радикальному исламу причисляет успехи наших спортсменов. Сначала ММА, а теперь уже и вольная борьба туда пошла. Те, кто считает, что высшее проявление радикального ислама – это ношение никаба. Я тоже, лично я, против ношения никаба. В том числе, как и человек, который неоднократно выполнял задачи по противодействию терроризму. Потому что, прежде всего, эта одежда, несвойственная для кавказских народов, в том числе, дает возможность за этими платками скрываться мужчинам, а женщинам за этими обширными балахонами проносить запрещенные предметы. С точки зрения безопасности я тоже против этого. Но не это основная причина радикального ислама. Не из-за никабов и не из-за спортсменов родились такие движения, как Аль-Каида или ИГИЛ. И сопоставлять сегодня нашу светскую республику многонациональную, многоконфессиональную с подобными историями, я считаю, не только вредно, но и в какой-то степени преступно.
Канна шуупи июнди теракт аппа анчпин омрартову айт алахнарин органарин сотрудникар дир башвалин орденди индили шанло апору. Хадинакна Ансергей Меликар дидаустан республикаин халдин собрании сессии мялум гапну. Россиян федерациян администрацией дурар лишанло апанакнан терев хабисну. Дурарин хизанариз лазим вуи кюмек товди апну республикаин главай. Республикаин главай дир башвалин орден терактин балай како Аки Николай Котельников дизра тубан теклиф тивну. Каннашу опи июндин ягами ачгалай айи келисай ин ва дербенти айи жухтарин мечети ин инсаф адру касар аларкну ислях инсанарин омрар почгапну. Дурар полициян гулучир ва багарих хадигаши ислях касарву. Адмахадиса арайз губан натижей гейхтарин хурмат обхури хеврай онди бедвахталик кактариз дивнаи мемориалих кюкхир тивну. Гейнигаз хеврай ондин ахалири хейволан центри гейхтарин хурмат наз дивнаи мемориалих Кюкир Дивра. Хеврай онин глава Ярмет Ярметов, муниципалитетин администрациян работника ректисапси, бедбахтвалик кактариз ачмиштапнаи мемориалик нагушну ва дурарин хурмат обхори кюкир дивно. Койна полшулу фитики, канны юкопи, канны хопи ва канны ельхопи июндин егар. Тауста республика ясигбан егарси кайт тапна. Рай ондин учреждениери ва тешкелатари пайдгар истапна. Вари шатвалин Серенджимар Деркна. Хөрмәтле тыңлаучылар, ухуз варидарыз агроганси терроризмди ухуз, яни халк дейс, хайлин бедбахтваларга хну. Жара хукумат тарси Дагыстанра урч цурга пейи сарыкан терроризмдин балайык капкни. Хадис республикай сапинубатна де хукумарилахин мөхкем апоз көбүрни. Террористтар дурар сап культура адро, сап фикера кутру, инсаф сузарву, хелбетта их халк терроризмди аксивуди, оду жундайш, исляхвал обхоз шулдай. Дагыста луири мо корхулу валиктивуи жеңгинак, ахопай кевна. Азунар дважна ультисунар тюрпи иск ойна порха. Думуган уху их милли, как начи Владимир Владимирович Кули Ади, Русатин Федерациян аселу даруал гопхунха. Республика и террористарин хил ан азрар инди ватандашар гейхну. Саб хайлин ахали ери зинар гапну. Ха уху варисат идухну терроризму диз акси женг гапхпи инди дому тергапуз удухну. Ха махадис сазатраку алан хархуз шлубтар. Кафари осетин Беслан шахри ахо пашман валин хадиса дубхну хайлини сардушна. Думе хадиса арай зубахты гейхтарин арай саб джурейн тахсир кутру бицидара гизав айи. Каннашопи июндин яга хабактин вахтна инсафсуз касар хабарсуз диме ачгалай айи урсарин келисай ин ва дербенти ерлешмиш дубхнаи жухтарин мист ин ярак хати алархну натижей кар каскан гейхну ва хайлин дарис зиннар гапну исляк касари ин ярак хади аларх дарис инсанар пус шулдар вахши хайвана тарикан митиблахин абурдар Бокс аппан, дүнияин чемпион Рамазан Магомедовди терроризмдин хакынан чынт фикрар ачыкап бара. Хотелось бы сказать сегодня пару слов о терроризме. Терроризм – это очень большая беда, не только для нашей республики, но для всего мира. Террористы пытаются вербовать нашу молодежь, наших спортсменов. Почему молодежь и спортсменов? Потому что молодежь – это будущее наше. Будущее нашей республики, будущее нашей страны. Хотелось бы сказать всему молодому поколению, не ведитесь на провокации. У них будет одна дорога, ничего хорошего для вас нет. Они будут вам обещать власть, деньги, золотые горы, но дорога там одна. Испорченная жизнь и смерть. Я вас очень сильно прошу, перед тем, как слушать, кого попало, делайте выводы. Слушайте своих близких, своих старших. Почему? Потому что у нас в стране, у нас в республике есть очень много уважаемых, почетных, умных людей, старших. Вы должны слушаться их, и вы всегда будете на правильном пути. Ахиримджи хабрартовно кодуконча.